Всем привет, вас приветствует игровой канал Saints Gamers, меня зовут Пашенко, продолжаем проходить Outlast. Погнали, остановились мы на том же моменте. Так, FPS не падай. Идем мы вперед. Та-дам. Блин, меня чувак, если честно, бесит, он меня не спасает. Не буду ничего слушать, отстань. Где моя батарейка? Блин, он вообще офигел. Блин, провод с микрофоном сейчас. Одну секунду. Пойди через верхний этаж, чтобы догнать отца. Мартина. Идем вперед. Опанцы. Перезарядка. Что-то плохое. Не открывается. Чё здесь? А, это штука. Так, заметочка. Так, сушилка. Что-то там сушит. Ну, непонятно. Или это не сушилка. Хочешь туда бросить? Скорее всего, туда бросили чью-то кость. Или что это там вообще? Окей. Идет сохранение. Так, лифт. Идем в комнату без камеры. Ага, нам не страшно. Там что-то светит. Батарка. Так. Здесь закроем дверь. Окей, куда идти? Так, нам надо на верхний этаж. Мы пойдем сюда. Здесь есть дверь. Двери нифига нет. Здесь закрыто. Окей, мы идем в другую сторону. Мы идем вот сюда. Чё ты сказал? Не тронь меня, я тебя не трогаю. Все, разными дорогами, ё-моё, как светло. Так, чё здесь? У нас есть здесь выход? О, смотрите, батареечки. Е2 сразу. Блин, печалька. Мы идем наверх. Мы как пройдем наверх. Окей. А что внизу? Нет, мы сейчас сходим вниз. Мы сходим вниз. Ничего нет? Чё здесь? О, чувак стоит. В углу. Кто тебя поставил в угол? Так, проекты какие-то. Чувак, уходи из угла. Ё-моё, вот это было страшно. Это было страшно, ребят. Надо мной аж Дима поржал. Ой, камера, не падай. Не падай, микрофон, то есть. Было страшно. Понятно, почему тебя поставили в угол. Еще раз. Так, включись. Ё-моё, вот это страшно было. Закройся, дверь. Да ё-моё. Закрывайся, 10 раз нажал. Так, ну ничего. Все нычки я знаю. Так, все. Так. Ты меня не трогай, я тебя не трогаю. Расходимся. Ну хотя я бы тебя ушатал. Я не хочу умирать, я тоже не хочу. Так, где наши две батарейки? Окей. Второй раунд, идем к тому чуваку, забираем документы и уходим. Чувак, я не... А, отлично, я забрал документ. Только не трогай меня, чувак, окей, все. Мне это, конечно, неожиданно сделали, если честно, я испугался. Потому что я не очень люблю резкие моменты с... Ага, разгоняться надо. Идет сохранение. Нам что надо?
Нам надо пройти через верхний этаж, чтобы найти отца. Мартина. Блин, игра мне, кстати, начинает потихоньку надоедать. В смысле надоедать, что здесь уже пока нет ничего веселого. Я хочу побегать. Я хочу эпика. Так, что за фигня? А, нам нужен ключ. Окей. А надо, короче, вот сюда какие-то три штуки всунуть. Окей, все, я знаю. Я играл, помню, тоже какую-то игру, там тоже надо было вот эти штуки сунуть. Но там только надо было побольше их сунуть. Окей, нам надо, значит, найти эти штуки. Но я не думаю, что их так будет легко найти. Че такое? Че здесь? Че здесь ничего не ешь? Вот, стой, Коть. Ничего нет. О! Бродхер. Дай сюда. Я не боюсь тебя. А... Ты меня что ли резать пошел? Ага. Боже, тебе ничего не надо. Закройся. Думаю, ты не откроешь. Чувак, не напрыгни на меня. Окей. Окей. О, батареечки, целых две. Отлично. О, привет. Отстань. Отстаньте, говорю. Так, здесь тоже такая штука должна быть. Отстаньте, говорю. Отстань от батики. Окей, ну чуть-чуть пробежимся. Я люблю бегать, кстати. Кстати, мне здесь больше всего нравится. Что здесь может делать, это бегать. Бегать. Ты где, чувак, все сдох, что ли? Ага, отстань. Ой, батарейки сажаются. Мы сейчас в камин спрячемся, я там камин видал. Ага. Отстань. Ау, лох. Отстань. Так, нам надо найти три. Я нашел только одну. Но мне уже страшно. Короче, мне вообще пофиг на этого чувака. Вот это одна. Блин, его закрыть нельзя. Жалко. Чувачандер. Отстань, отстань. Отстань от меня. Отстань от меня, я не боюсь. Я не боюсь, я сказал. Закройся. Че ты? Опа-на, нычка. Окей. Здесь должна быть третья, по идее. Да, она здесь будет. На нее, я думаю, никто не нападет. Где она? А, вот она. На блюдечке. Нам все три, кстати, на блюдечке дали. Блин, у меня начало FPS падать. Не надо, не падай, пожалуйста. О, друган, привет. Окей. Марш-бросок еще один. Так, он дверь выломал. Отлично. Чувачендер. Ага, я тебя вижу. Не надо стесняться. Иди сюда. Ты где? А, вот ты дурак. Так, самое главное, не закосячь. Так, суй быстрей. Суй, я тебе говорю. Отстань, пожалуйста. Я тебе говорю. Прошу, отстань. Отстань. Ага, окей. Делаем марш-бросок. А так, отходим от смерти. Мы сейчас его надурим, пока перезадим камеру. Думаю, он косоглазый. Если он вообще сюда пойдет. Легкая фигня была. В таких моментах я про. Он нас интерес запалил. По идее, музыки не было. Хотя, не знаю, она должна здесь вообще быть. Че здесь длина? Вон на кнопку нажать. Все, окей, нажали. А
А чё мне открыться должно? Он упал. Блин, чё за фигня? Куда мне идти? Окей, хотя бы мне для первой этой штуки лучше сюда выбраться. Для первой, то есть, чтобы мне... Короче, чтобы мне выжить, мне надо сюда выбраться. Так, мне надо искать. Окей, я войду в этот коридор. Я не знаю, что здесь будет. Опа-на, чувак, договорились, ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. Я здесь лифт видел, я помню. Я видел здесь лифт. Да, вот оно. Посади ключ, братан. Ну да, чувак, исчез. Окей, привет. Ага, ты не паркур, я паркур. Ага, он даже давно не побежал. Е-е-е-е, паркур. Открывайся, открывайся. Страшно мне играть уже. Так. Окей. Еще один мой любимый паркурчик. Да как я не смог? Закрою. Чтобы никто не приходил в мою хату. Так, как бы мне здесь, кстати? Пока здесь, надо почитать заметки. Так, ничего нет. Вроде документы были. Нет, ничего не было. У нас ничего не было. Так, как бы мне так? Да что ж ты будешь делать? Сейчас на этом моменте застряну. Не буду дверь уже закрывать. Окей, вот так сразу бегу. Нет, не получилось. Да что ж ты будешь делать? Сейчас, наверное, на этом моменте застряну. Сейчас я его здесь вот так сразу бегу быстренько. Отлично. Идите по кровавому следу. Ага, опять. Две батареечки. Камера чья-то. По кровавому следу. У нас идет кровавый след. У нас идет сюда. Потом сюда. Окей. О, друг. Чувак, не психуй. Все нормально будет. К соседу пришел. За пивом. Соседа нет. Но. Ох ты, ё-моё. Чё делать, чё делать, чё делать? Ничего не делать, чё мне делать, чё мне делать? Окей, есть выход. Ага. Нет. Нет, только не это. Где свет? Блин, только не это. Блин, ребят, это капец. Здесь я закрою дверь? Блин, закрывайся. Ага, это мой нелюбимый момент. Окей, идем отсюда. Короче, ребята, мы продолжаем. У меня, короче, непредвиденные обстоятельства случились. У меня, короче, не записалось полсерии. То, что я извиняюсь очень. У меня, короче, какие-то проблемы с бандикамом. Вот здесь у меня, короче, игра вырубилась, а бандикам я не успел приостановить. И... Так, чувак, сейчас я скажу. Так, сейчас я на 100%. И, короче, у меня не успел с бандикамом там проблемы. Игра сама по себе, кстати, у меня вылетает очень часто из-за ошибки. У меня очень каких-то много левых программ стоит. Кстати, все пытаюсь их удалить, но у меня забываю, то есть все их удалить. Из-за этого игра вот эта вылетает. Из-за этого я склеиваю все части. Извиняюсь, короче, за такие обстоятельства. В следующий раз постараюсь все делать грамотно. Все, ладно. Мы продолжаем. Блин, вот жалко, что это там так красиво было. Ой, не красиво. Я там так хорошо пробежал. На одной части, кстати, это можно очень увидеть. Вот, блин, печалька. Ладно. Не будем на этом унывать. Все-таки игра продолжается. У нас вздохи. Гостиная. Отлично.
куда идти. Опанце. А, понятно. Друг сердечный, не иди сюда. Ага, ага, ага. Не зря я здесь остановился. Не надо. Понятно, ты меня заметил. Чувак, извиняюсь. Понятно, что я был не на твоей территории. Я ухожу. Я сваливаю. Куда свалить? Чем-то мне напомнило это начало игры. Окей, такой трюк я еще не знал. Ё-моё, прыгай. Блин, да что ж ты будешь делать? Открывай! А это не начало игры, кстати? Залази. Фух. Чё за бомж? Вот это было жесть. Так, самое главное, сейчас бы эта часть бы не прервалась. Так, куда мне идти? Пойду к мужикам. Сейчас он так бац, так и упадет. Или оживет. Полетел. Это же начало, да? Или нет? Да, мы вернулись в самое начало. Круто. Интересно, концовка уже близко. Ё-моё. Так. Окей, идем в эту дверь. Она единственная. Опа, чан стайл. Да, я должен сказать тебе ключ, кто там будет делать за светом. Все. Друзья, дети, мне нужна ваша помощь, где же вы? Новая цель, добудьте ключ в зале отдыха. Где зал отдыха? Вопрос. Блин, ничего, куда смотался? Чем надо? Дверь открывается ключом. Окей, мне надо найти ключ. Берлярд. Кто играл в Берлярд без меня? Блин, я так обрадовался, что мы в конце игры. Уже приближаемся к концу, но что-то здесь мы лезем все дальше и дальше. Вглубь и вглубь. Здесь, наверное, никто не выбежит. И сколько у нас батареек? 6 батареек, отлично. Вот так вот. Привет, друг. Мы чё к нему идём? Блин, мне страшно. Мне страшно. Я пошел уже почти. Ног. Опанцы, посмотрим фильмец. Думаю, нас никто не схватит. Досяду. Ладно, смотрим. Короче, нет. Не буду, я не хочу время терять. Окей, мы идем дальше. Здесь открытая дверь, здесь есть выход. Мы идем в выход. В выходе ничего нет путного. Мы идем сюда. Мы закроем дверь. Батареечка. Ты где? Должна здесь быть. Темнота,
будешь убежать? Окей. Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. Я нашел документы, которые я не буду читать. Прочитаю я их потом. Че? Она не открывается? Она не открывается. А, нам здесь поползти можно. Окей, мы перезарядим камеру. Фух. Наверное, сейчас я вдохнул в камеру. Зайди в дверь. Школьник. Блин, ну это было реально тоже страшно. Блин, это было страшно. Иди отсюда и не приходи сюда больше. Понял? Закрой. Включи нам здесь фильм страшный. Да что ж ты будешь делать? Короче, не закрывай. Включил фильм страшный и смотался сам. Какие наглые здесь психи, а? Вон фильмец. Какой красивый. Так. Ага. У меня такие проблемы часто. Такие проблемы очень часто. Сейчас я опять воспользуюсь магией телепорта. Сейчас мы прибежим. Я телепортнусь туда. Так, сейчас я быстренько дойду. Там, кстати, какой-то страшный фильм. Там какие-то руки или что-то там. Я не вижу. Я бы вырубил этот фильм, поставил бы какую-нибудь комедию. Ну или мультик. В этом случае я поставил бы мультик. Потому что все должно быть добро. А теперь смотрим мою магию телепорта. Вот моя магия телепорта. Так. Блин, здесь дверь открыта. Кто ее открыл? В часовню? Какую часовню? Здесь никто не вылезет страшный. Я побегу. В какую часовню надо идти? Пойму. Сюда? Короче, надо идти, наверное, в лифт, где должен быть ключ. Ну, где, то есть, так, там мужик был, я его закрою. Ё-моё, как светло. Опанцы. Мы спрячемся в шкафчик. И посмотрим. Хотя, я бы лучше побегал. Ну вот, сидим. Безопаснее будет. Так. Выходим. Как бесстрашные. Опа, читик стайл. Побежим сюда. Хотя я не уверен, что сюда. Да, сюда. Там дверь закрыта. А, это кнопка. Вон батарейка. Так. Чувак, я тебя не буду трогать, ты меня тоже не трогай. Окей. По идее страшно, если честно. Сейчас хоба он так набросится на меня. И все. Так. Так, левая, правая. Левая, правая, правая. Ага, я угадал.
Нет. Я такой прикол знаю. Я знаю такой прикол. Не надо меня им пугать. Сейчас я добегу, он бац меня и присанет ножом. Или мне туда? Нет, мне не туда. Хотя не знаю, куда мне. Окей, это кто вообще? Это кто? Это нет, это плохой чувачок. А, я понял, куда мне идти. Я понял, куда мне идти. Я понял, куда мне идти. Это так что светится. Мне не сюда. А куда мне? Куда мне идти? О! Закроем мы дверцу. Телевизору молишься, отлично. Чтобы кабельные тебя подключили. Блин, берля бы поиграть, а? Не, вот взять бы вот этот кий, да, и толстым бы по жбану бы настучать. Мы уходим отсюда. Нам не нравится такая комната отдыха. О! Идет сохранение, все, я не боюсь. Все, я не боюсь, все, я не боюсь, я дошел до сохранения. Чувак, кровати молится, чтобы спать лечь. Капец, у них логика. Так. По коридору так бежим, так бежим, 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 бежим. Поворачиваем. И неправильно. Мы вот так вот сейчас делаем. Ты еще дизайн и компьютер. Опанцы, батара, батарейка, батарейка, батарейка. Да что ж вы будете делать? Ведь у вас чай? Перед сном, что ли, да? Так. Это было страшно. Че, прыгать? А, нет. Мне не надо прыгать, мне не надо прыгать. Хотя я бы свалил. Ну хотя куда бы я свалил? Блин, большая это все-таки лаборатория. Вот так оборачивается рука, как будто зомби. О, не зомби, а этого. Психа. Так, думаю, меня здесь никто не схватит. Ой, здесь путь классный. Пачан. О, друзья. О, они бьют меня. Смотрите, смотри, смотри. Зачем его распяли? Ключик. Сейчас посмотрим, что будет. Блин. Здорово, чувак. Моя работа лишь тебе должна сказать, им это будет последствием. Зачем? Я тебя снимаю. Нет слов. Он его жёг, он его жёг. Смерть ему. Может, не будем смотреть, это ужас? Я точно не буду смотреть, потому что я потом спать не буду. Так, самообслуживание. Спасибо, друган, давай руку пожму. Давай, засниму тебя на прощание. Потому что ты так, сейчас, как я понял, мы выживем. Наверное, я выживу. Не могу поверить, что отец Мартин. Так, ну это. Так, это фигня. А, нам сейчас же сюда лифт надо идти. Блин, это далеко, в принципе. Так. О! Ништячок. Включим такую штуку. Короче, сжег себя отец Мартин.
Но он нам много очень чего сделал. Так, понятно, что-то я долго думал. Но ничего, я люблю бегать. Ага. Понял, да, какой я быстрый? Куда идти? Идем сюда. Так. Ё-моё. Опа, ста. Так, опанцы. А, ага, я его видел. Мы пока не будем спускаться. Я, то есть, пока не буду спускаться. Но этот чувак. Не надо. Так, где ты? Где ты? Чувачок толстый. Такая цель. А, на лифте, да. У нас есть ключ для запуска лифта. Лифты на ключах. Капец. Че, наверное, я могу прыгать? Так, сейчас, наверное. Так. Так. Ну ладно, я спрыгну. Я ухожу. Мы куда спускаемся? Я не знаю точно. И чай. Опа, это что за прикол был? Я на первый этаж хотел. Куда это лифт нас? Это что, он упал? Это что, мы падаем? Это что, такой конец игры или нет? И меня обманывают. Ой-ой-ой-ой, какие лаги были. Открой люк. Найдите другой выход. Опа-на. Идет сохранение. Ну что ж, ребята, на этом я закончу. Потому что я не знаю сейчас, что будет. Я, короче, заканчиваю. Всем... Ну, короче, извиняюсь, то есть, за тот момент с той серии. Короче, всем спасибо за просмотр. С вами был Пашок. Всем пока.